часто слышим, как Рамзан Ахматович говорит, что он вам до конца дней своей жизни обязан не только как руководителю страны, как президенту, как премьер-министру, но и как человеку за то, что он, за то, что вы его в тот момент не только вот ввели в политику, но в день, когда он лишился отца, затем он остался без брата, и он фактически 25-26 лет. И он говорит, я не знаю, вот как жизнь сложилась, по его личная и в республике. И он говорит, что он вам обязан всю жизнь. Вы вот эти его слова как воспринимаете? Я воспринимаю в этом смысле его как сына, человека, с которым меня связывали в последние годы его жизни дружеские, действительно дружеские личные отношения. И который, я в этом убежден, сыграл огромную позитивную роль и в жизни чеченского народа, да и в жизни всей России. Потому что именно благодаря его позиции в конечном итоге удалось переломить ситуацию в Чечне, связанную с войной. И он говорит, что он вам обязан всю жизнь. Вы вот эти его слова как воспринимаете? Я воспринимаю в этом смысле его как сына,